Пятилетка не предел. Экс-мэр Омска, ныне депутат Государственной Думы Оксана Фадина рассказала, когда ждать открытия многострадального детского сада в Рябиновке. Депутат Госдумы провела прием у мечей по телефону. Большое количество вопросов касалось готовности именно этого объекта. Об этом Оксана Фадина рассказала на своей странице в Инстаграм. Детский сад в Рябиновке возводится с 2016 года. Сроки сдачи постоянно переносятся. Изначально объект должны были сдать в 2018 году. Однако заканчивается уже 2021, а местные жители до сих пор ждут, когда дошкольное учреждение распахнет свои двери. Впрочем, за эти долгие годы менялись не только сроки сдачи, но и подрядчики. Последним стала компания «Лидер». В октябре, благодаря работе с органами надзора, удалось прервать сонный режим подрядчика и подписать дополнительное соглашение на работы. Сейчас для ввода объекта необходимо, например, оснастить кухню технологическим оборудованием. Все оборудование уже в Омске и ждет оплаты со стороны подрядчика. Тут он и ушел на паузу. Спустя месяц нам удалось его заставить предоставить необходимые документы, зафиксировать выполнение работ и даже оплатить их большую часть. По словам экс-мэра, сейчас подрядчик требует полной оплаты оборудования, но ему поставили иные условия – сначала провести монтаж, а уж потом получить расчет. Если подрядчик откажется завершать проект, Фадина намерена обратиться в надзорные органы.